Flight One, Software, ATR-72500, не новый самолет, на нем я еще как-то не пробовал летать. После установки не забываем запустить конфиг. Ну, возьмем некое случайное количество пассажиров. Ну и оставим, в общем-то, эту загрузку. Сохраняем ее. Ну, тут есть еще, разумеется, опции. Ставим code and duck. Все выключено. Вот эти функции недоступны, потому что у нас не загружен еще SIM. Так, тоже не забываем сохранить. Интерьер. У меня комп вроде ее тянет нормально. Оставляем все high quality. То есть качество высокое. Ну и здесь, собственно, раскраски. Оставляем все по дефолту. Сохраняемся и выходим. План полета сегодняшний будет выглядеть вот следующим образом. Это у нас аэропорт Варна. А конечная точка нашего полета — это аэропорт Рима. В общем-то, такой не очень, как всегда, большой полет, 639 миль, больше 200 километров, нормально для данного самолета. Аэропорт Варна, достаточно пустынный, просто не переключился после американских портов, поэтому здесь трафика практически нет. Переходим в самолет. Холодный, темный. Все, в общем-то, выключим. Поставим сразу на стояночный. Так. Погода пусть обновляется пока. Переходим на оверхед. Ну, традиционно запускаем батарейки. Ждем, пока тут все очнется. Так, перед этим еще надо убедиться в том, что... Ну, тут, кстати, паркинг брейк есть. Мы на него и встали. Так, ладно, вернемся назад. Ну, видим, что у нас доступно загорелось внешнее питание. Отсюда проще. Подключаем внешнее питание. Оглядим, видно. Так, сразу запустим топливные помпы. Они чай автоматические, поэтому, собственно говоря, отвлекать нас не будут. Включим beacon light на flight. Подключим пройтись. Запросим clearance. Оговориться. Это у нас шины переменного тока, а вот это вот у нас постоянного тока. Подключим ее тоже на внешнее питание. Здесь раздельно подключается в этом самолете внешнее питание по переменному и по постоянному току. Так, и курить, пристегнуть ремни, армируем аварийное освещение. Приветствовать вас на борту. Так, ну эту ерунду писать не будем.
Просим вас не курить во время полета. Так, отключаем пока защиту крыльев от обледенения. Аварийные люки расположены в салоне в районе 12-го ряда кресел. Порядок открытия выходов показан на трафаретах, которые нанесены на двери и люки. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Отключаем паки, чтобы они не мешали нам заводить самолет. Точнее, наоборот, чтобы воздух был. Я уже сегодня несу ерунду. Тестируем противопожарную систему левого и правого двигателя. Тестируем речевой шумописец. Систему предупреждения о столкновении. Убираем пока эту панель. Переходим сюда. Так, вызываем нижнюю панель пьедестала. Запускаем и радиосистемы. Систем. Систему ИКЕС. Она у нас уже включена. Имеется в виду, код у нас про ETC нам уже присвоил. План полета оставляем, какой есть. Так, можно закрыть дверь. Кокпит. Вот она, панелька управления нашим primary дисплеем, мультифанкшнл дисплеем. Что тебе? Так, со вторым все проще. Вот он включился, а первый лично с ним. Просто надо мышью ниже крутить. И тогда вот он у нас запускается и перемещает все правильно. Primary дисплей становится primary дисплеем. Так, устанавливаем альтиметр на 0. Здесь у нас источник информации, откуда он будет брать. Либо VR маяк, либо DF маяк, либо навигационный, наверное, 1. Оставим пока VR маяк. Так, второй. Тоже VR-маяк. Погодник. Стендбай. Так. Тут делали. Теперь осталось добраться до второго. Он, по-моему, здесь не моделируется. 3D или моделируется? А, моделируется. Отлично. Блин. Вот все. VR, VR2. Так, теперь переходим вот на эту панельку управления автопилотом. Включаем NAV1, NAV2. Маяки. Так. Можно сразу накрутить нашу высоту, пока мы тут находимся. Эшелон у нас сегодня 25 тысяч. Высоко не полетим. Не люблю я высоко залезать. Топливо халявное, поэтому ничего страшного в этом нет. Так. Скорость подъема.
1200 поставим. При этом армируется режим удержания высоты. Курс. Курс выставим. 9-я полоса у нас залетная. Нам дана. Соответственно, ИУС 9-й полосы 109,9. Курс 92. 109,9. Накручиваем курс взлетной полосы 92 109 и 9. Инглис. Уводим ее в активное окно. Так, поставим превышение порта. Это вот у нас управление давлением. Можно потестировать эту штуку перед тем, как ее вводить. Далее превышение любого можно посмотреть вот здесь вот сверху, сразу после названия WordMe Варна. 200 футов у нас, соответственно, превышение порта. Ну, это не принципиально на самом деле значение, принципиально когда там где-нибудь в горах. И там, соответственно, 1000 футов измеряется, может измеряться превышение, но для порядка. А лучше это стараться вводить эти значения. Так, еще вот на этой панели вспомогательную гидравлическую помпу надо активировать. Вызываем overhead. И здесь, соответственно, активируем probe break. Соответственно, разблокирована блокировка пропеллеров. Так, ну дальше есть два варианта: завестись и программировать, или программировать и завестись. Ну, не для иначе заведусь. Переводим селектор запуска в положение B. И, чтобы видно просто было, нам нужны будут сейчас видеть вот эти вот обороты. Запускаем второй. Видим, что начинает расти у нас обороты. До десяточки растут. И поднимаем селектор запуска в положение запуска. Видим, что запуск так и должно быть, поскольку стоят в положении стопа, поэтому мы проверили систему и отменяем на данный момент запуск. Включаем подогрев
окон. Так, на самом деле турбина у нас уже запущена. Видно, что помпа из положения в запуск перешла, соответственно, в рабочее состояние. Топливная. Отключаю подачу напряжения. Так, стартую аналогичным образом первую турбину, ну или первый двигатель. Смотрим раскрутку и перемещаем положение запуска. Раскручивать. Вторая турбина. Так, теперь выключаю вспомогательно помпу гидро. Открываем опять верхед. Можем снять с балкировки. Не усё, нет. Сразу. Вперёд, назад. Не выгонишь. Кто-то там недоволен. Не довыключал. Поэтому он на меня. Фу. Так. Теперь реди. Эш. Тут, блин. Чё, она его не? Всё. Оба двигателя работают. Блокировка снята. Переключатель запуска переводим в положение off. Так, теперь переводим системы управления пропеллерами в режим auto. Видим, что у нас тухнут все, соответственно, до сих пор горевшие лампы гидравлической системы, системы генераторов и подачи постоянного напряжения, генерации, формирования. Вот фактически на данный момент времени у нас все системы активированы. Включаем стробы. Такси. Вот потом про нее не забыть. Подсветка крыльев можно включить, можно не включать. Мы вроде ночью пока не летим. Так, теперь Shift 3. Там гигантского такого вида у нас панелька. Программирование. Блин. Ну, бортового нашего компьютера. Чуть я поменьше сделаю. Не потребно. Огромная. У последний. Position reference. Так, жмем RTE. Видим, что тут таким оригинальным образом заводится, заполнить незаведенные позиции. Аэропорт отправления. Так.
прибытия. В принципе, можно сразу здесь же задать нашу полосу. Девятая полоса, с которой мы будем взлетать. Ну, flight plan номер. Любое нравящееся вам значение. Следующее. Отправление прибытия. Depart arrival. Начнем с процедуры отправления. Полоса у нас уже выбрана. Откроем меню Pro ATC. Flight plan info. О, молодец. На 33-й вор. Это у нас за выход-то такой. Вот это да. Pro ATC просто меня иногда радует. Как даст какой-нибудь выход. Хоть стой, хоть падай. И что у нас тут по этому поводу? Тут мне подсказывают, что это вот этот выход. Так. Так, отсюда мы жмем PowerShift Next Page. Видим выход на первую нашу точку. Тотка. Ну, кстати, в Lex мы могли посмотреть. Вот он у нас выход. Придется потом пару ETC пнуть, чтобы она нас туда отправила, куда нам надо. Так, RPE. Пейдж. Просто забываю еще. Никак не привык. И опять. Через чего до какой точки. Для этого можем открыть что тот, что этот план. Вот она, эта точка, тотка, на которую мы выходим. Ну, здесь маяк ВРН. Это первый Т. Вот трасса 343. Можно по Pro ATC это же смотреть. Вот здесь же тотка, и вот началась трасса Т-343. Ее и вводим вот сюда. Т-343. И сюда точку, до которой мы летим по данной трассе. То есть это последняя точка на этой трассе. Это маяк БЛО. Чтобы было понятно, вот точка выхода и маяк БЛО. Вводим сюда его. И она приняла нас. Следующую точно так же. Смотрим либо там, либо тут. Трасса Т-214 у нас следующая. Ну или вот здесь можно смотреть. Т-214 и последнюю точку на этой трассе. Точка называется Lightning. Сверим ее с Pro ATC, просто чтобы было понятно, не торопясь говорю. А вот Pro ATC дает чуть другую точку. Точку Puppies. Вот до этой вот точки пойдем. Ну, берем Pro ATC. Это было папец. Так, следующая точка. Будем тогда уж ориентироваться на Pro ATC. УМ-742 трасса. А, нет.
762, start approve. Temperatures 9, the Koenig is 1009, runway 27. Неправильно вём. Всё-таки правильно. Заменяем. Это я ошибся. Как раз похоже называется. Ее не знаю. А зато точка папис. Может, у нее просто трасса одна и та же. Такое тоже бывает. Или это не то вел. Если что-то накосячили, как я сейчас. Ну вот, вот так вот должен выглядеть весь наш план полета, введенный. Можем активировать, секьюрит нажимаем. На закладке Lex можем посмотреть до точки Gauti и наши, соответственно, маршрутные пункты. Так, теперь опять жмем отправление прибытия, Depart Arrival, жмем Arrival. Отлично. И он у нас знает только 6 и 24 полос. Сори, это я ввел Лирд вместо Лирфа. Поэтому, соответственно, он мне фигню и выдал. Так, подход. Ну вот совсем другое дело. 16R. И мы, в соответствии с планом данным нам про ATC, прям с Гаути идем на эту полосу, не используя никакого захода. C16R у нас следующая точка. Execute, не используем ничего. Хотя вот, скорее всего, вот это вот наш был бы подход. Смотрим, что у нас тут получилось. Вот точка Gauti, дальше ничего. И дальше заход наш. Вот это ничего нам надо стереть. Вот и все. То есть теперь план полета у нас становится замкнутым. Так, теперь идем в закладку VNAV, вертикальная навигация. Здесь, соответственно, Cruise Altitude у нас 250 уровень. Flight Level 250. Transition Altitude 8000. Так, на это просто тыкаем, она нам рассчитает сама значение, кроме значения резерва. А сколько же тебе надо? Ну, 10 тебе хватит. Вот так, что ли? Старый базар. Во. Вот так вот выводится резерв. Так. Так, пока здесь чуть-чуть с заводом прервемся. Перейдем вот сюда. Можно камеру загнуть. Да, хотя не очень удобно. Но зато правильно. Так, это нам больше окошко про ATC не надо. Здесь переключаем RNAV навигацию. И здесь включаем режим брать из FMC навигацию. Здесь горит, что у нас заход недоступен. Все совершенно-таки
правильно. Так, второй переключатель тоже поставим в навигационный режим. Так, здесь можем поставить H1 селектор, то есть пока летим по указателю курсовому, а мы его выставили на нашу полосу, то есть это первое у нас указание для автопилота. Так, опускаем закрылки. Первую позицию, 15 градусов. О чем нам тут и сообщает. Управление двигателем. Двигателями во взлетном режиме. Так, видим, что в соответствии у нас уже расставились указатели V1, V-Rotate и V2, то есть отрыв безопасный. Также, как я забыл это сказать, поскольку здесь это на автомате, видим, что триммер самолета здесь выставляются сами, лучше их не трогать, иначе начинается вопли системы предупреждения. Так же, как, собственно говоря, отображение плана полета можем выбрать map. То есть это, соответственно, карта. Full — это вот это вот включается у нас. Переключение между двумя вот этими режимами отображения карты. Так же, как по клавиш Shift 7, но оно, в общем-то, и те же кнопки, просто здесь нагляднее. Можем менять масштаб наш по выйду аэропорта прибытия. Сейчас поставим пока максимальный наш масштаб. Управлением цепоходником. Так, что еще у нас тут? Система антипробуксовки. Можем протестировать. Здесь видим одно единственное предупреждение, паркинг брейк. То есть то, что мы стоим на стояночных тормозах. Так, ну все, запрашиваем такси. Снимаемся тормозов. Рулим на полосу.
Ясно. Небо. Никаких осадков не предвещается. У нас тут даже какой-то самолетик появился. Хороший FPS в аэропорту в этом. Минут все равно запуск получился. Получается писать их быстрее. Можно было вообще вот тут вот выехать. Про ETC будет потом ругаться, поэтому выйдем по максимально длинному полосе. Разогнался. Включаем свет посадочный и вываливаемся на полосу. Взлету там он где-то на посадку. Боинг у нас какой-то заходит. Так, мы не обращаем внимания на сигнализацию и озвучку, поскольку понятно, что это режим просмотра. И копилот просто глючит, не понимая о том, что у нас происходит. Остается наш аэропорт, сама Варана. Пошел двор на первый маршрут. Okay, участник.
Ты так взлетели, вспоминаем, что забыли сделать. Две вещи, причем они отсюда, по-моему, особо-то и недоступны. Во-первых, переключить ответчик в режим Alt. Раз. А во-вторых, убрать вот эту штуку. Вот. Топорить управление двигателями. Держим взлетный рубеж. Взлетаем рубеж 240, нам параметры нормы. Рот держим. Набираем обороты. Скорость растет. 70. 160. 180. 200. V1. Rotate. V2. 220. Отрываемся. 6 убрать. Ну, скорость мало здесь будет опять. От копилота нормально. Сообщение, поскольку полетик легкий. Включаем автопилот. Так, куда он мне тут 1900 рванул? Режим номинальный. Смотрим за ростом скорости. Автотротла здесь у нас нема. Скорость мала. И можем включить сразу режим навигации. Ну, мы фактически на линии заданного пути. Первое. Закрылки. Самолет выходит на заданные параметры. Вот, смотрим, чтобы у нас не было превышений. Далее, вот этот вот единственный переключатель, насколько я понимаю, доступен у нас только из режима 1. Вот он. Переводим в режим Fly. То есть режим работы двигателей у нас снижается. Для того, чтобы самолет слишком сильно не разгонялся. Все-таки это турбопропеллерный самолет, а не сверхзвуковой. Так, таксилайт тоже уберем. Закрылки убраны. Ну, вот такая вот, не торопясь, набор стоит. До высоты необходимо. Вот видим, скорость застабилизировалась. Позади остается наш аэропорт. Взлет мы только что посмотрели. И впереди идем, соответственно, на Париж. Можно чуть-чуть прибавить. Вообще где-то 1800 у него. Нормальный режим набора. Для него, то есть это 1700-1800 футов. Нам сразу тотку дает, ну, соответственно, мы сейчас к ней выйдем. Мы идем просто по процедуре выхода, которую нам про ATC почему-то решил не давать. Набор здесь, видим, поэтапный. То есть, соответственно,
достаточно медленно протекает. Поворот на следующую точку. Здесь удержание давления, все остальные параметры в автомате, то есть никакого внимания особого. Самолет не требует. Так, а в чем у нас высота? У меня такое подозрение, что высота здесь отображается благополучно не в футах, а в метрах. То есть вот этот индикатор сейчас высоту мне показывает в метрах, что, в общем-то, наглядно видно, это явно не 2000 футов. 6 тысяч метров. Главное, чтобы он не решил набрать 25 тысяч метров, потому что это будет уже космический корабль, а не самолет. Выходим на эшелон. Ну, а вот на высоту не смотрим, потому что согласно тому, что у меня показывает платье командор и, соответственно, мой собственный калькулятор, мы сейчас идем на высоте как раз таки 25 тысяч. То есть что у меня показывает здесь высотомер, я не знаю, ведь зачастую это и не метры, и не футы, и давление вроде стоит по большому счету нормально. То есть, в общем-то, такое ощущение, что он с опусом не дружит. Или просто это глюк. Не знаю, что сказать по этому поводу. Если поставить нужное давление, то есть мы идем на эшелоне. Так, переключаем в круиз. Режим управления двигателем. Вот. Они сами выйдут на нужный режим. То есть как такового автотротла тут нет, но есть вот такая вот помощь в некотором смысле. Ну и все, в общем-то, по большому счету, до тех пор, пока Pro ETC не даст нам снижение. Ну, единственное, что, чтобы потом не заниматься. Посмотрим сразу по карте Pro ETC. Что она нам там дает за полосу? Она нам дает 109.75.16R. То есть можем сразу ввести частоту посадочной глиссады. Управление курсом мне пока, насколько я понимаю, недоступно по понятным причинам, поскольку я сейчас нахожусь в режиме управления тем самым курсом из EMC, который у меня стоит в режиме прогресс 18.49, я прилечу в Лерф. Чуть ускорено, понятно, время, поскольку у меня, очень, к сожалению, очень мало, нет у меня времени летать на длинные маршруты, не сокращая время в пути. Вот, в общем-то, и все. Потому что будет садиться солнышко, я специально так сделал, чтобы к Риму подойти где-то там на закате. До снижения. Так.
проверимся нашими установками. Так, 109.75 правильно. Да, введена. И начинаем поэтапный процесс снижения. Я тут никак не пойму, как тут во всей кабине свет включить. И вот не выключатель света. Устанавливаем новую высоту, знать бы еще тут какую. Предположим, что у нас высота будет. Даже не поймешь, какая высота. Откуда? Глиссаду-то 2000. Тут такое 3000 не очень понятно. Ну и вот как только мы ее изменили, самолет сам начинает снижать нас. Не забудьте о том, что по мере того снижения надо следить за скоростью. Вот, и по мере необходимости еще и выпускать интерцепторы. Где тут автопилот? А то ж не видно ж ничего. Вот он. Минус 1000 стоит. 3000 футов. Так, ну что-то мы продолжаем разгоняться. Я не просил делать. Но у нас положение-то должно занимать. Уменьшим скорость снижения. Точнее, не увеличим, а уменьшим чуть-чуть. А то сейчас я в ограничении. Несмотря даже на то, что... выпустил интерцептора. Ну, ладно. Подход уже фактически образовался.
давление аэропорта. У нас 29.95. Его и установим. Эшелон перехода. Устанавливаем давление аэродрома. Ну вот о чем нам, собственно, сообщает наш второй пилот. За какой-то аэропорт проходим. И уже, в общем-то, фактически темнело, если считать закатного солнца. Можно сказать, уже почти не темно. Так, посмотрим карту Pro ETC. Не передумает она нам там сажать? Нет, не передумает. 2500. Высота входа у нас в Бельсаду. Так, проходим какими-то горками. Снижаемся. Посмотрим, где он меня остановит. Даже, в общем-то, интересно, что в его понимании такое. 3000 футов. Сейчас у нас 5700. На самом таки делим. Так, что еще есть смысл сделать? Тут уже вот отметка глиссада появилась. Ну да. Надо же включить посадочное огни. Заодно хоть какой-то свет включился. Отчет. Опять включить набор. Хорошо. Шесть тысяч. Так. Тогда небольшой наборчик. Кулин так просит. Так, им. Единственное, куда нам набирать-то? Тоже вот Pro ETC меня иногда радует своей тупостью. Я уже подхожу тут. По ходу дела. Собственно говоря, уже заход наметился. Еще никак не это самое. Ветерок небольшой дует, да. Снижаться до глиссады. Более в глиссаду мы входим
не с начала, а с конца. Хотя бы вот так поставим. Сейчас у нас 4600 высота, а то потом еще ненароком не успеем снизиться. Очень этого не хотелось. Нарезать круги потом над аэропортом, особенно с учетом того, что осталось уже тут. Хрен, да ни хрена лететь. Видимо, считает, что чтобы мне вот через эту горку перелететь, мне нужна высота побольше. Это еще совсем не наш аэропорт, который мы вот там вот можем наблюдать сбоку. Некая иная. Насколько понимает, мы сейчас над тем самым Везувием проходим. У меня, в общем-то, мне бы уже пора подумать. О том, что у меня заход на носу. Кстати говоря, вот уже видит у меня глиссаду. Из чего следует вот отсюда вот. То есть мы идем сейчас чуть ниже нее, потом мы можем даже под нее теоретически поднырнуть, потому что проходить будем мимо. В начале нашего аэропорта он будет левее нас находиться, вот это отсюда видно. Потом разворот и посадка. Ну, все замкнуло. Это бывает такое. С Pro ATC, к сожалению, соответственно, посадку она мне таким. Единственное, это можно попробовать. Запрашиваем сразу. Дерек. Ну, а причем 6 тысяч? Ни гор, ничего нету. Зачем 6 тысяч набирать? А потом будем камнем падать вниз. Менять вниз. Не устраивает меня тема. Поэтому я с 3700 даже сейчас... Придется, видимо, ускорить снижение. Потерял опять глиссаду. Но это опять-таки тоже нормально. Вот он, наш аэропорт.
видеть сбоку. И сейчас нам осталось довернуть и будем уже заходить в него. Дает финальный разворот. Так, у нас 2300 по радиоальтиметру. И продолжаем потихонечку снижаться, хотя можно чуть-чуть замедлиться. Ну, скажем, 200. Пока не выйдем на глиссаду. Ждем разворота. Пускаем закрылки в первую позицию. Ну, скорость малает сейчас. Стандартная вещь для него. Захват глиссады, подход, соответственно, он ее сейчас потеряет, это нормально. Выпускаем шасси. Закрылки в следующую позицию. И включаем режим. Горит режим ожидания глиссады.
Здрасте, куда ты ее потерял? Тут тоже, конечно, интересно. Дата выставлена правильно. Глиссада у нас благополучно нет. Что ж, придется сажать вручную. Не знаю, почему она ее вдруг решила потерять. Вижу. Сбрасываю потихонечку скорость. Там нас выводит. Тут видим глиссадный маркер. А куда мы летим? Скорость мала. Ладно. Значит, мы сядем куда-нибудь туда, куда нам не надо. А хотелось бы сесть в аэропорт. Мы играть в эту игру больше не буду. Единственное, что меня сейчас ограничивает скорость прохода. Тут с глиссадами не таи. Minimums. Too low terrain. 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 Too low flaps. Flaps are 200. Толсто. 40. Надеемся. 30. One minute снижение. Длин. 160, 140, 120. Главное, горит захват глиссада. Вот он. В его понимании только значит. Одним еще понять. Убираемся с полосы. Minimum.
Minimums. Minimums. Так, встанем пока здесь. Вот. 100 метров. Так, нам чуть получше видно. 3, номер 8, все равно. Толсто. 40, дадимся. 30. Вот, смотри, снижение. Пищалку. Ну, я просто не понял, что произошло. Don't sink. 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 Да, рисковато, конечно. Можно было бы. И поплавнее, если помню. Дал нормальный, захватил нормальный судом. Вырулили на стоянку.
видим, что мы тут далеко не одни, аэропорт наживленный, в отличие от предыдущего. Криво встали. Ой, перепарковываться и таких лихрен знаю сколько. Так, выключаемся. А. Не нужно. Здесь можем подключить сразу. Наземные источники отключить, блиды отключаю, весь свет назад. Блин. Все, аэропорт Рима, АТР-72. На этом мы заканчиваем наш
полета.